наши имя Тумова. Thank you.
с особой толком ничего говорить. Валера, в принципе, уже все сказал. Мы так бывает говорим о том, какое хуевое время мы живем, что иногда ну, как бы просто привыкаем к таким мыслям. А потом реально в голову, в сердце, не знаю, в глаза бьет какая-то серьезная, очень мрачная хуйня. И вот сталкиваясь с ней, мы так, даже самые смелые, самые сильные, самые стойкие, расстраиваются настолько, что в глазах как-то нет какой-то уверенности. И, в принципе, по большому счету, любая потеря – это потеря, это огромная боль для тех, кто очень близко находился с тем, кто ушел. Или чуть-чуть дальше, мы, может, просто вспомним, подумаем, ну, подумаем, ну да, жаль, а кто-то будет плакать, может быть, год, может быть, два. А кто-то, может быть, не увидит своего отца, а кто-то не увидит больше своего сына или дочь. Поэтому давайте просто в очередной раз скажу банальщину, но мы же живем ну, реально в страшное время, когда просто драки, а нож, вернее, просто драки и нож, а у нас просто что угодно, когда угодно. Люди могут тебя убить, достать корочку, и твоя семья просто потеряет тебя, и все. И никто ничего никому не докажет. Мы живем в это поколение огромных денег, которых никогда ни у кого нет. Даже на то, чтобы просто умереть, нету денег, чтобы закопать себя в землю. Поэтому, опять же, есть какие-то вещи, которые нас всех здесь собирают и держат. Возможно, одна из таких вещей это ярость, из-за которой мы сюда приходим. И вот мы, ненавидя что-то там, иногда не вытирая ноги, входя в эту дверь, и продолжая ненавидеть здесь, как-то распылять все эти дела. Я не хочу говорить, что хорошо, что правильно, а что плохо и зло. Это и так всем понятно. Просто давайте помнить, что если мы любим смотреть в зеркальное отражение себя и видеть себя всякого, потому что ты можешь быть веселым, добрым, грустным или злым, то, может быть, надо делать все для того, чтобы такое же отражение видели люди вокруг себя. Каким бы иногда плохим ты не был, какие бы злые шаги ты не делал. Все, ну, по крайней мере, на мой взгляд, имеет право на прощение. Любой поступок. Если в самой первопричине этого поступка, вот это маленькое зерно, не таило в себе злость, агрессию и ненависть, то, наверное, любая штука может быть прощена. Ведь прощают люди, людей, которые убивали их близких, не знаю, там просто пощечину и все. Я не говорю, что нужно любить всех и быть просто таким добрым, как говорится, терпилой. Просто давайте помнить, что иногда мы распыляемся в плохом случае не на тех людей. И давайте помнить, что, опять же, в который раз я скажу, давайте помнить, что эти лица, которые сейчас стоят здесь, они стоят сейчас и здесь. Завтра будут находиться возле фалафеля на Троицкой. И большинство из этих лиц не будет. Кто-то будет купаться в море, потому что он напился, ему хочется погнать в Одессе. И опять же большинство этих лиц не будет. Если он пойдет купаться, то в принципе вообще никого нахуй не будет, наверное. Но давайте просто помнить, что мы видим эти лица дольше, меньше. Мы читаем какие-то журналы, мы одеваем какие-то футболки, мы слушаем разную музыку, мы смотрим на картинки или просто перематываем MP3. Называем песни песнями или треками, слушаем тексты, читаем тексты. Или просто хотим потанцевать. Наверное, прошло то время, когда нужно было отслеживать за каждым какую-то хуйню. А пришло время для того, чтобы просто пытаться жить на максимум. Следующая песня называется «Ярость». Yeah.
хип-хопа опять. Да. Я забыл, что...